весело. Иди нахуй, блядь. Five, four, three, two, one. Ну, а ничего не меняется, взлетает первый Юру Амалин, третий Джикс, если будут перья. И боже, на второй взлетке вместе с Пазлом, мотор последний. Второй метеор, оба готовься. Beware. Метеор. Beware. Пить заодно этого придурочного.
Морпи танц по дальнему, ну, по заднему, да? Погнали на реликты. Йорд еще не забрал фазу. Я уже вижу, бежит, блядь. Что там, грудак кому-то нужен был? Мотору. Шандры уролил. Ну, видимо, ман нужен. Да я отдал уже. Ага. Гера через 2 минуты. Пасу. О, давай, сходи, пасы, можно будет пулить. Он уже через минуту. Нет. Да я забей. Мысли вслух сам с собой. Ой-ой-ой. Амон, покрутишь? Угу. Так, докладис, я буду носить, когда пи, окей? Ты уже знаешь, да, когда пей? Или что? Ты тогда на какие будешь сдавать? А, нихуя себе, блядь. То есть это что, я без пи буду, что ли?
Пиздец, блядь. Ну да, я тоже так подумал. Если он холик, разве соло не сможет? У нас Владик у тебя собран, Ретрик? Или холипал тогда просто танка держит и все. А он пусть крутит. Five, four, three, two, one. Череп. Квадрат. Череп. Квадрат. Череп. Квадрат. Полуквадрат. Моща. Череп. Квадрат, фул квадрат. Череп. Квадрат. Череп. Череп. Фул квадрат. Череп. Череп. Квадрат. Фул квадрат. Фул квадрат. Череп. Квадрат. Фул квадрат. Череп. Череп. БЛ. Квадрат. Фул квадрат. Череп, фул череп. Пишем на сзади, босс. Фул квадрат. Beware.
Ну что, ухо на спать. Она нашелся. Бля, ебать, 50 с лишним к. А чё так? Слышь, кажется? Чё не понравилось? Так, кто сейчас? Шинекс. Угу. Падаем вниз, скидываем киру. Ну типа дайте арест. М? О, топ-2, кстати. Нормально. Мифос. А чё, Мифос когда-то жёсткий элем? Я его часто в топах вижу просто. А, это Каспи. Ну все, короче, значит топ-1. Да я там у элема тоже много забирал, я там бурю крутил, блядь. Да, не, был бы у меня PI с DC, я был бы топ-1. Прям 100%. Не-не-не, хватило бы. Топ-1 было бы. PI. Ну, DPS точно вырастет? Хуй знает что-то. Я просто пиздатый. Так он придет, мы пуляем? Про... Бля, 32... Да, по идее, должно откидаться. А, локус у Манити нет. А, не пуляем. Да. Шкаф наверху там, с Манити. Сказал бы, что тебе надо. Тогда скипаем, на следующем ходу будем бить. А может Рога скинет, типа? Рога скинет? Ну, инвизом-то как хант. А Рога скинет? Почему нет? Ну, сейчас посмотрим. А, ты бафнул. Понял. Нет, там не каски, там кулак отпало было. Нихуя. Когда там ловушка? Beware. Съебываемся, пацаны. Сядьте кто-нибудь ловушку, я пока посъебу. Он за тобой идет. Beware. Я вижу. Так, это эмалейшн. Лотрапа сегодня будет, не?
Баба. Ну, пизду, ладно, не хочет ловушку, пойду выйду туда с места. А, сума новый, блять, он тэпнул, он мудак. Живей, братан. Эх, баф кулака не вовремя был, конечно. Кстати, вот у меня была сегодня вот ситуация, которую Амон говорил, что вообще невозможно, чтобы была. Вызвали по работе, у меня тупо батарейка села в телефоне. А чё, Крэмби, типа не на всех бы он согрелся бы после бафа? Бля, меня на шапку кинули, что ли? Дилда и топ-1 — это как две неразделимые вещи. Я всегда топ-1. Бля, ну теперь пропускать его надо будет. Угу. А что поделать? А сагрить и умереть он на рейд, да, дальше пойдет? Не получится, походу. Да, скипаем, забафаемся, похаваем, похуй. Пока мотор где? Пойду тогда пописываю, пока он ходит. Все равно он 3 минуты ходит. А Миша наверху умер? Собаки скин. Так, а где? Твой труп где искать? Я уже зашел, забей. Что на самом деле ебать, этот триксы дают дохуя. Че, Мон, как хочешь бить? Он ливнул. Ага. Понял. А кто его уже сломал сегодня? Солотанка. А? Кто Амона сломал? Я сломал. Так, тогда... Блядь. Она, похоже, не успеем солотанк свой хил. Не может, наверное, отойти от болезненного разрывания отношений с комодом, что ли, блядь? Хоза у него в последнее время очень много, в принципе, горит. Из-за лича, а он сейчас из-за комода. Похуй. Да, он мотора, походу, ебал. Не, а шо? Не, так я просто спросил же, нормально.
Так, ну еще один. Дайте кремень на, блядь, Казгород. Не, у меня нет кремня. У меня не по, не это, не трон, не бафнутый, не это, Казгород. Ну ладно. Понял. Ну такая, кстати, параша получается, когда собака встает перед тобой в трапу, блядь, ты не можешь бить босса ебаного. Это он лагает или у меня? Я лагаю? Ну, что-то у тебя голос вибрил. Нормально все было. Да? Что-то на 5 минут, да, если пойдем, должно хватать. Кто там тестил это? Юру, попроси у ОМОНа кольцо. Ты второй по ролу, а ему это в спек. А, хорошо. А котел не пропадает, если выйти с игры? Нет. Нет, почему? Да я думал, он как фласка. А, стоп, в смысле? Сам котел? Угу. Не знаю. Котел вроде нормально просто, это что? А, имеешь в инвентаре? Да, котел как еда, как пиры или... А, я, короче, у меня котел КД стоял, АФК. В инвентаре просто. Ну все. Я просто думал поставить его, чтобы сразу взяли. Туда нахуй не надо, пусть. До следующего. Так, Кладис, раскидай там все пати. Или ты уже... А, ты уже раскидал. Нихуя-то, блядь. Я хз, Крамбек, я говорю, я с котлом на сове вроде фу КД, типа, отфакашился. Если не ошибаюсь. Сейчас он пришел? А, бля, Лоба, заходи на ханта. Что-то я проебал. Нахуя? Так убьем. А, не, давай лучше зайду, там килка визжать начнет. Не, я про, в общем, пока... Давай, совы нету. Я хуй знает, это надо будет Вадима затрачивать, чтобы он спускался и починил босса. Зачем? Я боюсь, там не хватит. Ты конишь. Ну, я себя на Элиме чувствую супер неуверенно. А чё ты с Элимой не шел? Элим, must have слот, сова. Это 10-й слот. Что значит must have? У нас герб не было, как минимум. Блять. А, все. Я иду нахуй. Я завтыкал за один аспект. А был бы пипегр.
Хилы вам не мешает мотор в пятой группе? Желудки мешают. Окей, все. Бафы дайте. А, да, ребаф. Пазл? Не, вот так был. Я же не слышу, ярче там или нет. Five, four, three, two, one. У нее не повесилось, или мне показалось? Это... Хз, к слову, не включено отображение. Я забыл, где-то врубается. Хуёво вара поставил. Макаса уже обидел. Run away, little girl! Run away! Поймай последнюю. Бля, поймай, вот это он убежит. Ладно, не все. Run away, little girl! Run away!
Дай чайник у них один. Умрут. Там один дрон поднимается. Run away, little girl! Run away! Надо по паучкам заехать просто. Я отхожу от кенег. Сейчас поймаю последнего. О, хорош, под тапки буду, блин. Чей перс охота крепкая? Рога, блядь. Бля, Крамбик, отдай тапки. Блец. Привет, ребят. Привет. Здорово. Да-ка чё, иди нахуй, ну ёлки-палки. Сол, слышь? Чё? Чей перс рога охота крепкая? Джеки, по-моему. Ну, или мне на мейнспек. Джека. Чё? Тут Джека тебе пишет. Что ты палку собрал. А, напиши, что это не, типа, не. Ты из туалета вещаешь? Да, из твоего. Сразу после мамаши зашел. Блядь. Надо было, извини. Так, не, это просто... Блин, конечно, со мной живет. Блядь, типа, тут комната с акустикой. Такой ебаный достаточно. Че у вас там, так сказать? Называется Бирок пустая идем. Комната без мебели. Да, да, Кроме белки убили все? Да. Молодцы. Чел, я тебе топлоги, блядь, сделал, иди нахуй. Да? Слушай, ну если я приду и сразу их перебью, то ты сосешь хуй. Так, Кладис, короче, пиай мне. Слушай, Кладис, а что ты в холле? Прикол? А, окей, забыли. Типа, я там бы топ-1 был, скорее всего, с PI. Ну, там, знаешь, типа, там не угадаешь, на самом деле. PI — это DBSOS, на самом деле. А, блядь. Давай, наберешь. Да. Это там мама, блядь. Чё? Да, он подсел. А чё у него в Дискорде? Одного... А чё, вы забыли старика, что ли, чё? Он говорит, оставьте одного Элема. Элема не оставили, он пишет, добирайте Ферала и Ливну. А, окей. Блять, пока он писал, нет бы сказать. А чё он с Дискорда вышел? Без понятия. Не сидел в Дискорде. С какого? Так он сюда не... Он сюда на Болер... на Реалит только зашел. Нахуя главное? Там же Джейк спакулит. Да, Джейкс? О! Ничего-ничего. Бля, как-то, конечно, нормально было. Че там? Опять в чат хуйни пишет? Да не, там моб взорвался, подкинул Огбус. Чего, оказывается, молчит все время, пиздец. Когда гигиена купишь?
Так он недавно, кстати, говорил. Нихуя себе, блин, я пропустил. У меня просто голос такой сладкий, у меня прям пенис встает. Блин, у Крамбика, наверное, вообще очень сладкий голос. Он просто не включает войс, чтобы никто не кончил. Да, Крамбик? Тапки? Ну, он у меня уже тапки отжал. У меня на мейнспек. Ему что, ну, а ему не на мейнспек? Ему нет. А, ну ладно. Блин, Крамбик, отдай ему тапки, пожалуйста. И Эмберса еще отдай. И БЛЕшку отдай, пожалуйста, тоже. Заебал все рулить. А еще отдай своего БДК, пожалуйста. Я анхолика сделаю. Привет, Владик. Смотри, блядь, дело-то, что у меня есть. Хуй в пофиг. Плечи серые. Говна, блядь. Плечи у тебя там. Он мне как-то, блядь, отдал паловские плечи просто. Ты пиздец, блядь, ты зашел нахуй и... Че? По пизде все пошло. Но мне не отвечает. А, ну, блядь. Так этот долбоёб не может сказать, что он хочет? Не может, он же на тот биочат писал. Он написал в чат. Да кому нахуй этот чат нужен? Мне, например, он закрыт, блядь. Облачка тоже над башкой выключены. Я ебу, что он там пишет. Ну, не знаю, типа, если... А, бля. Что делать? Я на херово зайду. Просто сделаю, похуй, и все. Пойду отдыхать. Ебать, что у вас случилось? Ой, здорово, Ерхич. Здорово. Может, просто Ерхич там на папичу зайдет какому-нибудь и потенчит? И все. Да еблан не может сказать, блядь. Пишет в чат, нахуй. Ебать, общий сбор. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, да, такой. Мы как пиздец, уволили старика, я в ахуе, конечно, с вас. Нахуй так делать? Хуля, да, вообще в ахуе, да. Шорцемана жалко. Вы написали, что он нежный? Сейчас. Что случилось? Ну, вон, кого скрине, спулил, да. Последнего. Я скину видео, да, типа, кто его довел до этого. А зачем пулить Элема? Точнее, не пулить. Чтобы он 5 ТП, чтобы набрал. Пула. Кого набрал? 5 комбо-поинтов на дикий рев. А, то есть вы старого сделали из-за того, что убили Элема? Да. Убили Голема? Не, мы пока да, еще не сделали. Да, он написал, а пацаны спулили. Какой я ее, блядь. Так а как же, КДшки, там тринкеты, это ж... Или там ой, ты просто полминуты ставишь, и все. Да, ну там эрор за эту минуту спадет. Нет, он его... Там на трупе КПшки откаются, че. А, серьезно? А, я не рабочий, типа? Да. Охуеть. А, не рабочий, пиздец. Пока труп я думал... не исчез, КП остается на нем. Пиздец, ебать. Блэк. Добро пожаловать в ВОВ, на самом деле, пиздец. Привет, это ВОУ. Так разбийники также CSMD на стаке. Добро пожаловать к таглизм. А что, вы релиру сделали? Ну нет, но Дилбом поставил брейк. Разбойников, я не знаю, как-то по-другому порой. У меня бывало... Труп исчез, на нем было там, например, КП. Угу. И перед пулами, а просто в воздух шму, блядь, СНД нахуй, он прокает на столько КП, сколько было. Хотя труп уже ну, нету. Типа... Просто СНД хотя бы вот этой, которая перекидывает ком. А это не. На Кате сделали, да? Даже перенаправление вот это вот? Да-да-да, на Кате. Все, охеренно набил, конечно. Самое главное, что она светофор в комнате перекидывает. Забурили старичка. Жди да, через респаун, да напиши ему, давай сейчас через 2 часа галим рестницу и гол. В понедельник, ебать. В понедельник Крэбик там приведи каком-то. Либо приведите ему нового галема вон там. Слышь, Крэбик, каким ты ходишь, кстати, в понедельник? Троебашером. ДК еще? Да. Да. Хуяный ник. А там у ДК ник какой-то был смешной. Ультра-ебашер. А, ультра-ебашер. А как там ник был, да как, кстати? А вы, кстати, фазу забрали? Фазу забрали, да. О, хорош.
Там труп еще лежит. А с мажора? Чел. Акация уже пошел это в Телеграме новости читать. Мемы. Мемики. Но сейчас это одно и то же. Ну, типа да, и как бы типа нет. Я вообще эту неделю спецом не захожу, ничего не читаю. Заебался. А нахуй ты ходишь? Это все из-за того, что ты холик. Ты, кстати, хуёво. Ой. Слово глянь, Лас. Ты что, психолог вроде, да? Нет. А чё, ты кидай волчат. А, окей. Пусть вчера даст, но это поговорим тогда. Ну, типа, ну... Блядь, этот долбоёб нахуй. Чё он показывает, блядь, яйца свои, которых нет? Да, яйца. Болф? Хочешь яйца? Пиздатые большие яйца. Nice dick. Off some balls. Пиздатый хуй, охуенные яйца. Ой, блядь. Я не знаю, у него же был подобный приступ, когда он из Дискорда ливал, то возвращался. Это пройдет, по идее. Да не, ну просто... Короче, я договорился, он сейчас зайдет. Но сделай, ему думаешь, нравится, да? Когда его уговаривают, но у меня так только девушка работает. Ну так у него же периоды наступают тоже такие. Их иногда надо поуговаривать, знаешь, ну тише. А еще он, кстати, то, что он не в Дискорде, он потом зайдет и будет слушать стрим. Смотреть, да. Хватит. Да, вообще похуй. Это мы запись удаляем. Конечно, будет слушать. Он говорит, что ему похуй, на самом деле не похуй. Так он сейчас потом записи. Я просто помню, он как-то этот, как-то хуйня была, что типа он ливнул с Дискорда, типа всех послал нахуй, а потом я его из-за этого от хуесосил, он мне потом в личку предъявлял, что я ебать на него там типа пизжу ебать. Ебать ты крыса, ёлкич, конечно. Здесь. Да, крыса, конечно, он трав, не говорит таких вещей. Sorry. Он тебе мут на 2 часа даст и будет выговариваться, нахуй. Ты с ним, блядь, пообщайся. Давай. Покурю пока. Нет, нельзя. Он мне постоянно люди мут дает, когда, блядь, не нравится мне что-то. Да ты дед, потому что неадекватный. Реально. Больной ублюдок на шансоне и аниме. Хорошо, что я не смотрю аниме. Как же охуенно на классе не качаться. Слышал новую песню Оксимирона, которая в стиле шансон сделана? Ты на каком уровне? Нет, не слышал. 65-й. А, нихуя. Ну, с БК там начинается ультра кайф, согласен. Вообще кайф. А классик хуйня, это блево. Классик ребота ебаная, конечно. Тяжело прям даже мобов бить. Там тяжело не то, морально, скорее, мне кажется. Да. О, я предлагаю, короче, смотрите, ребята. РТ как бы, типа, ну, заканчивается, и все заходят на ВТОК классик, а на следующей неделе РТ на ВТОК классик. Иди нахуй со своим. Пошел нахуй со своим футболом. В смысле, пошел нахуй со своим футболом? В смысле, пошел нахуй со ВТЛК классик. Уебок. Я один раз поиграл на ВТЛК, все нахуй, хорош. Да все, всем похуй, позаводи нахуй. Ой. Чего, ты капец, ты ублюдок? Знаешь, как было сложно привыкать к стоячим, блядь, механикам после Легиона. Конечно, когда у тебя не стоит, естественно, сложно. Я первым пошутил, это не смешно, шут. Тут? Так у нас за брейк же еще. А чё он? Даже я, оказывается... Ну, в ДС нету его. Бим-бим-бам-бам. А чё он? В смысле, Лена, он в Дискорде. Ну, с серва он не выходил. Чё ты его дрочишь? Он... Мембер Дискорда... С января 2017 года. Крутой. А ты кто вообще? Ты видел, что я еще прислал к слову? А я энхансер по жизни. Видел, да? А ты мембер с 3 февраля 2017 года. А я. Стец. Да нажмите на свой ник, чё вы аякаете, блядь. А ты мембер с 2 июня 2018 года. Нихуя себе.
Охуеть, в смысле? А я мембер с 20 февраля 2017 года. Ну, я с 20 февраля 17-го. Да. Я old fuck, а ты new fuck. В 15 году был бум Дискорда, а до нас дошел, блядь, не сразу, походу. Нихуя. Ну... У меня Дискорд почему-то... Я прикольно да, сидел, типа, специально. Нахуй, блядь. Каву кто жил? Да, Red Collars, типа, сидели. А в 2012-м вообще в скайпе собирались. Я помню, Team и в Столк пришли. Хуя, в каком, блядь, скайпе, что ты несешь? Скайпа не было, ты чё, гонишь? Вентрила, в смысле, в 2012 году скайпа не было? Вентрила и TeamSpeak, чел. Мы этим, как бы, не занимались. TeamSpeak я иначе сидел. Было такое дело, блядь, ёбаный TeamSpeak, я охуел с ним немного. А так мы в 2012 году в скайпе собирались. У Сашки охотника спроси. Сашка. Подтвердит. Сашка охотник. Не, Сашка охотник, это, короче, мой одноклассник бывший, мой кореш. Он вот. Тебя охотился на тебя, что ли? Не-не-не, он Сашка, короче, охотник, ник Зои Хантер, а.к.а. Топган. Высокая пушка. А.к.а. Сашка охотник. Высокая пушка, блядь. Это же он за косарь продал чаров? Да, это он без чара за косарь продал. А Каламс его, по-моему, перепродал, по-моему, чуть ли не за десятку. Блин, капец Сашка, конечно, дурак. Акация. Акация. Так, напомните, кому там какой пул нужен? Мне всосать надо. Всоси мне. Ставь минуту просто, и ты не проебешься. Точно. А пазл сейчас скажет 6 минут, просто скажи ему, пошел нахуй пазл. Если слово, ставь минуту, все. Да, пазл? Заебался своими 6 минутами. Голова гандони. GX, Крэмбик не даст тебе стукнуть, успокойся. А кто, где, когда закрывает? Ты рот закрываешь. Чего у вас нихуя не меняется? У вас просто... У вас пол заткнись. Ты мудак? Ты мудак? Да, я мудак. Ладно. Пусть Рога с Вадимом молча пароль. Ладно, простите, ребят, не буду мешать. Че, Ёрчич, демку дать? Че? Демку дать тебе, Ёрчич? Давай. Кулак-то добавь, чё ты. А, ребафните, пожалуйста, хуйню свою. А первую часть сделал? Да. Five, four, three, two, one.
5. Beware. Five, four, beware. Three. Тебе надо было не двигаться, я бы сам бы снял. А так ты заразился. Ёбаный хуй. А что это у вас там за ваш с Зинроком хуярит? Beware. Как минимум. А, то у вас вместе ханта и бадя? Мотор? Холи приз. Какой холи приз он же в шефе? Медведь? А, да? А, да? А, да, точно. А хуй в медведя бьёшь, что за хуйня? О, господи, у меня дом забагался. Не отменяет ролик. Было и было.
ухажатель любителей пароль Ливенембера. Привет, нам, пожалуйста, не рольте Эмбера. Не рольте. И те, что уже были заролены, скидывайте. Эхо заводим. Надеюсь, нет. Ого. Оставайся в холле, кладец, нахуй этот диск. Он жаль. Ты так, был бы, наверное, единственный, блядь, приз диска, блядь, на этом боте. Бегаем так же, выбор без выбора, короче. Две минутки еще можно почилить, я буду поставить, схожу. Чил, бро. Чил идет в пятницу фейл закрывать 7, блядь. Крутой. Но не факт, потому что там стак чехов, блядь. А нахуй ты с Зинроком пришел играть? Иди нахуй, Кегер, блядь. Чел. Что ты думаешь, может топор Шенокса упал или там Зойка? Да, да, да. Я же уже не перебираю, топор так топор, типа. Похуй, тоже норм, можно, блядь. Можно одеть на пуха 391 непо. Как минимум. Дай 5. Блядь, попросите, а потом я не дам. Что-то там Владик меня вообще, блядь, не щадил на белке. Там раз 5% оставил мне, блядь. Владик. Владик. А баба пуха, тебе бы дохуя бы стамины дали, пиздец. Ну так да. Дают дохуя стамины и жил бы. Так, а кому какой пул нужен будет? Алло. Алло. Мне что нужны значит? Только мои тапки, блядь. Я значит, пул 15 поставлю. Ему сульфа нужна. Сульфа и тапки, блядь. Апгрейд, да, чисто Зинрок ебать, сульфа хм, заебись. Так я тогда обоссусь от радости, мне так нельзя, блядь. Ты не сможешь ее рулить. Может. Он не может не дать сульфу, что ты говоришь, блядь. Может. Если он может. Пазл. Я бы, блядь, не пиздел бы, кстати, на капаситоре еще тайм не вышел, блядь. Ой, извините. Я капаситор. Хотя там уже Ксул придет, да, в воскресенье? Да! Ксул. Первый раз. Капаситор. Пазл, алло. Дно прорвало или чё? Чё, привет пошёл тут?
Не, ну, кстати, это не смешно, блядь. Самого так бывало. Ну, там прямо на пуле у меня было, блядь. Так, сорян. Это же я его не догоню, правильно? Так, хотя там, блядь, пазл, тебе нужно какой-то пул ставить определенный? Нет, мне 10 секунд хватает. Угу. Я ж без респек. Блядь, теперь кладис. Все как обычно, нихуя нового. Идите нахуй. Что ты тут? Ребят, я отбежал, ребята. Стак. Спред. Акацию забайтили на боб. Нет, ему холик дал. Стак. Когда у него есть это? Спред. Че, молчим? О, сложный босс. Блять. Стак. Спред. Сидеть, АФК стоит, ебать. Вот сука. Я не могу, нахуй. Что с ним, блядь? Долбоёб. Ну да, хуйни его разочек, ебать, в жопе. Не, он двигается. Так, пришел. Ебать, я хуйня, блядь. Спрат. А ты с ним бегает? Так спает? Понял. Без меня. Стак. Спред. Так. Спрат. Так.
спред. Угу, спасибо. Стоп. Пиздец, конечно, бахнули. Спрят. Не стопимся. Стак. Спред. Стак. Спред. Стак. Спред. Да что? Щит? Стак. Ага, спасибо, спасибо, да. Я все равно с баф, я без бафа на второй раз. Бля, ну в этот раз-то хоть запы никого не нужны. Нахуй эти запы, они же говно. Пошел нахуй. Чел. Ты, блядь, нахуй шутишь или что? Спиздили? Да Крамбик зачем-то второй. Хорош, хорош Крамбик, хорош. Блядь. Лучше, ебать. Герой нашего времени. Так ты напишешь? Нет, нахуй ты рулем.
У кого-то есть нормальные таймеры на перебежку? Кто с войсом? Чё? У тебя ДБМ, что ли, чел? У меня, да. Забей. Ну, я могу поставить. Сможешь поносить перебежку? Конечно. Хорошо, спасибо. Да. Ой, блядь, ДБМ себе... до сих пор. Нормальный бинтон поставить. Рил, блядь, ДБМ. Диода, блядь. Мы год играем. Ебать, с ДБМом сидит, пыхтит нахуй там. Ёбаный свет. Сука. Вообще поебать. Ёб. Ну, извини. Хуй он с ДБМом сидит? Нет. А чё, это клоун так и будет там стоять? Клоун. Фонтанчик. Сейчас мы перейдём. Хотя не собираются бить. Чистый медведь. Бык-машина. Да. Посмотрим, скорее всего, да. Блять. Я хочу ливнуть нахуй. Дюда, держи себя в руках, все нормально. Не волнуйся. Бывает такая хуйня, у меня тоже такие временами падки. Будь сильным мужчиной. Справа мелики. Три, два, один. Побежали. Блять, я вас убил. А почему? У тебя тоже Адон хуёво работает? Тоже с ДБМ сидит. Типа они в ноль только начинали вылетать, они уже прилетали. Ты дурак? Ты два сказал, когда ноль было. Нет. Понял. Уже помоги. Ты видел, когда я убежал? Блять, чел, я сказал, побежали ровно у себя в ноль. У себя в ноль я ровно сказал. Если мне ДБМ больше нравится, то чё ебать? Не, ну походу я не могу понять, потому что у меня чему таймер кривой. Хотя типа воскресенье нормально все было. Да их все 3.3, 13-й девелопит. Да, конечно, пазл, блять, его как один поставил, так и не трогал. Тогда хрен знает, что у тебя такой разброс. Да, 3.3.13. У меня тоже 17.
Не, 17 я не качал, не обновлял, не смотрел, что за обнова. Он стоит 3-3-3, да. Но, типа, он все равно нормально все показывает. Five, four, three, two, one. Все, спасибо, Ром. Бля. Вот так вот. Ой. Да what the fuck? Ну а нахуй нам с этим клоуном Иваном играть на друиде? Типа он хуйню, блядь, второй босс делает. Эти. Блять, моя сульфа. Дай капки заебал. Забей, он не на зап тоже молчит. Чувствую, до ДД вам ретрика придется искать. А кто выжил? Ебал с долбоебами играть. Кто выжил? Запы. Да Крэмбик зачем-то вторые запы берет, блядь. Он, блядь, просто этот прикол. Ему трейд должен на ваннете скинуть. Не можешь залететь. Потому что у тебя этот айдишник другой. Хотя подожди, если у них будет убито все до рахны, то, наверное, можешь. Вот я не помню. Я вот не помню. Это он Крамбик более точнее все знает, потому что вот не помню, можно или нет. Рейд говна, блядь. Люди дерьмоеды в рейде. Я типа вообще в ахуе, если честно. Не, ну типа, ладно, окей. Я понимаю, почему он тапки не хочет отдавать, у него нету их. Ну, блядь, нахуя ему вторые запы, блядь? И молчит, сидит. Типа он когда-то не молчит. Спасибо. Ты говоришь, как будто он сейчас, бля, микрофон включит и скажет тебе, блядь. Да похуй, он даже не пишет. Пиздец, конечно, блядь, с этим ОМОНом. Еще женщинами называет, блядь. Я так летел домой, нахуй, что чуть, бля, перехожего не уебал, блядь. Азо как-то тоже так 2 дня домой летел, ебать. Ты терпай ради, что нихуя. Ну я, типа, у меня такая работа, что я опоздать из-за работы могу раз в 2 года, блядь. И сегодня именно это случилось. Я, блядь, в один день нахуй. Будний день, да. Не поспал, а во второй день поспал мало, блядь, приперся и все равно нахуй. Нахуярился какими-то таблетками, а потом я заснуть не мог. А потом приходишь в нормальный рейд, у тебя тут, блядь, друид нахуй, плаксивая хуета. Челик, который не объясняет хуем второй запад, да, Крамбик?
И оба, блядь, серьезным ебалом будут сидеть, что они правы. Вот, вышел. Молодец, нахуй. ББ. А у меня тоже постоянно шмот пиздит, но он мне отдает. Ну мне отдал. Ну, почему нравится внимание, чтобы кто-то ему уделил? Пизде... А, он мне пишет, что произошло, я АФК, блин. А, да? Понял. Напиши ему запад, дай пазу, доебал, блядь. Конец. Это не Крамбик, наверное, писал. Шницельман? Ну, Крамбику, если нравится, дрочить людей, пусть дрочит. Я его спрашивать ничего не буду. Я один раз спросил, молчи, значит, пошел нахуй. Да это не он АФК был. Либо просто GX молчит. В смысле, я молчу. Кто тебе написал, что АФК был? Крамбик. Угу. Он написал, что он запад отдал или нет? Да нахуй нужен, захотел бы, он сразу отдал. Я у него три раза нахуй, ой, нет, не три, два раза спросил ЛС, нахуй я тебе запад вторые